Заключительная 18-я серия маршрута Москва-Кемерово. Покидаем Новосибирск. Двигаюсь в сторону северного объезда, объездная дорога. Поселок Озерный с правой стороны за деревьями. Развязка тут, конечно, сделана нестандартно, чтобы попасть на северный, ну, на объездную дорогу. Поэтому я немного лоханулся. Впрочем, навигатор бы и повел, вернее, планшет навигационной системы и повел бы правильно, просто я указал поселок на объездной дороге, и он меня туда потащил. Уже на объездной дороге я сориентировался и развернулся в нужную сторону. Это заключительная серия. Через 300 метров плавно поверните налево. Вот я пренебрег этим вот советом. Повернул не налево, а повернул направо. Ну, дорожное полотно сами наблюдаете в очень хорошем состоянии. Вот здесь... А, ну ладно, не совпадет, наверное, с картинкой. С левой стороны поселок Садовый. Ну, пригород довольно-таки развитой. Много и поселков, и, ну, много чего много. Те, кто смотрел видео Москва-Томск, ну, наверное, уже узнают эту дорогу. Вот завершающие 200 с небольшим километров. Сразу хочу сказать, что мнение о Кемерово у меня резко изменились в лучшую сторону. Город Кемерово мне очень понравился. Все предыдущие маршруты, которые проходили через Кемерово, их было более чем достаточно. У меня было однобокое мнение о городе Кемерово. Но вот эта поездка в центр города резко изменила. Город замечательный. И люди там хорошие, даже несмотря на то, что такой казус произошел. Приехал в Кемерово, передал автомобиль,
И сразу на вокзал. На вокзале билета свободно, было много мест, но я предпочел фирменный 29-й Кемерово Москва. И на самом деле очень комфортно, уютно в вагоне плацкарта. Приобрел билет. Я всегда выбираю нижнее боковое место. Там занавешиваю окно от бликов противоположного окна, ну, чтобы на камеру не попадало. Поэтому предпочитаю вот всегда покупать боковое нижнее. Можно было раньше уехать на сутки, но я вот почему-то захотел на фирменном поезде проехать. Купил билет, значит, гостиница на вокзале, свободных мест много, сразу устроился в гостиницу и вырубился, несколько часов проспал. Проснувшись, стал перебрасывать видео с видеорегистратора на внешний жесткий диск, перебросил и, честно говоря, обалдел. На внешнем диске объемом в 1 терабайт свободным оставалось порядка 40 гигов. Но это никак не хватало на то, чтобы перебросить последнюю серию, 18-ю серию. Посмотрел, значит, диск почти полный, но это очень большой объем. К сожалению, мне не хватило места на жестком диске. Встал вопрос, срочно приобретать второй жесткий диск не меньшего объема, потому что могло сорваться видео «Россия из окна поезда». Я же потом вел съемку. От Кемерово до Москвы в светлое время. Ну, в общем, нужно было срочно приобретать новый жесткий диск. Время уже было вечернее. Ну, проспал там часа, наверное, 3 или 4. Моментально вырубился. Посмотрел на площади, значит, сотовые эти фирменные магазины МТС, Билайн, Мегафон, и ломанулся туда. Продавцы на меня посмотрели с таким удивлением. В каждом из этих салонов у них никто никогда не спрашивал внешние жесткие диски такого объема. Я спросил, где можно взять, потому что время поджимало. Нужно было решать вопрос с этим жестким диском. Так, в данный момент проезжаем с правой стороны Сокур, поселок. С левой стороны Барлак. Вот. И вот продавцы говорят, вот вы можете купить такой, наверное, диск. Назвали место, нужно перейти дорогу, ну и там в глубинке магазин. Я ломанулся. Оставалось, по-моему, 15-20 минут до закрытия. Ломанулся туда. Дорога пустынная. Машины нет. О, Господи. Машин нет. Я перебегаю дорогу.
магазин на противоположной стороне, сделал с десяток шагов. Ну, послушайте аудио болтовню вот на 15 канале, если будете просматривать видео без ускорения с оригинальным аудио. Перебежал дорогу, и следом вдруг, откуда ни возьмись, появляются ДПСники. Ну, остановили, я говорю, ребята, спешу, говорю, магазин закроется, осталось 15 минут, нужно срочно купить. Вот. Ну, там молодой, младший лейтенант был, позвонил в этот магазин, видать, и говорит, что до закрытия еще часа, наверное, 3 или 4. Короче, выписали мне штраф за нарушение правил дорожного движения. Так что без штрафа не обошлось у меня. Но, говорю, вот даже на такое не очень приятное приключение мнение о Новосибирске, о Кемерово, очень положительное. Очень хороший город, и с продавцами общался, и с людьми. Вот в основном там в гостинице были эти нефтяники. Вот. Очень хороший такой приятный, полезный разговор был. Адекватные, вполне адекватные, нормальные люди и добрые. В общем, мнение о Кемерово у меня резко изменилось в лучшую сторону. Так, слева по движению река большая, извилистая, далеко тянется. С правой стороны поселок Шуринский. С левой стороны река Порос. Ударение ставьте сами. Дорожное полотно очень хорошее. И разметка, и отбойники на трассе. Объезжаю Новосибирск по объездной дороге. Называется «Северный обход». На общение на 15 канале в средней плотности, скажу так. То есть эфир не пустует. Значит, вы слышали рекламу. Я вот хотел заехать в Максим на этот комплекс. Он был впереди по ходу движения. Просто интересно было посмотреть. Они дали рекламу. Но, к сожалению, место очень такое, ну, еще не раскрученное. То есть, проезжая этот Максим, я уже только в боковое окно увидел комплекс. То есть, если
будет желание заехать на комплекс Максим, нужно будет вам забить его в навигатор. Что? Кокель. Хорошо. Мам. Главком мой приходил. Так. Справа, походу, железнодорожная ветка. С правой стороны поселок или поселок, по всей вероятности, Машково. Мошково, Машково, Машково. То есть ударение ставьте сами. Мошково. Слева река Скороходиха. Ну, достаточно так, на мой взгляд, рыбацкая. Там же с левой стороны поселок Горный, Новомашковская. С правой стороны, значит, Новослободка и реки Каменушка и Болта. Болта. Это вот краткая характеристика территории, по которой сейчас двигаюсь. Вот отъехал уже довольно на приличное расстояние, примерно километров 10 от Максима. Но радио слышно, плохо, но слышно. С левой стороны Красногорский поселок, реки Крутилька и Горбуниха, река Горбуниха с левой стороны. С правой стороны. С правой стороны река крупная достаточно, Круть Болта и железнодорожная станция Тасино. И слева, и справа поля, сельскохозяйственные угодья. Справа железная дорога и станция 3406 километр и населенный пункт Новоалександровка. Завершается маршрут Москва-Кемерово. Это заключительная серия. Буду очень рад, если кому-то эта информация о трассе пригодилась. Старался как можно оперативнее ее разместить, этот маршрут, чтобы проинформировать о трассе, об инфраструктуре, ну, то есть чтобы своими глазами посмотрели, если отправляетесь на восток, вот какая будет дорога. То есть дороги вполне приличные, я имею в виду федеральные трассы, в достаточно хорошем состоянии. Инфраструктура в разных регионах разная, имеется в виду.
имею в виду мотели, заправочные станции, магазины, места для стоянок, для отдыха, везде по-разному. Ну вот, дальше Кемерово я не поеду, буду финишировать в Кемерово. Далее не поселки, а маленькие такие города. Ачинск, сейчас что-то хотел про эти города сказать, но бог с ним, будет возможность, будут проезды через эти города, отдельно расскажу. Так, справа небольшой поселок, ну, среднего примерно размера домов, несколько сотен, станционно-аяшинский поселок, станция железнодорожная Аяш. Справа река Сарбаян и поселок Широкий Яр. Ну, там, наверное, до сотни домов. С левой стороны река Анюшка. Впереди населенный пункт Воронова. С правой стороны, я уже, наверное, говорил, станционно-аяшинский поселок. Впереди на СТПС. Ограничение 40. Повторю, что слева река Анюшка тянется вдоль трассы на разном удалении. От 500 примерно до 5 километров. Вот так. Ориентировочно. С правой стороны поселок Болта. Ну, снова, наверное, вернусь к Кемерово. То, что он оставил очень хорошее впечатление. Мнение о городе резко изменилось в лучшую сторону, потому что все остальные поездки, которые до этого были, они были проездом через город. Вот, и не очень хорошее было мнение о городе. Но город очень хороший. Он на холмах, или там такая гористая местность, спуски, подъемы. Немного прошелся пешком по городу. Надо же было оплачивать штраф. Нужно было проехать больше 3000 километров, чтобы схлопотать штраф. Ну, виноват, значит, виноват. Ну, видео «Россия из окна поезда», значит, будет произведена съемка. Я провел съемку, короткий ролик на привокзальной площади, потом короткий ролик из окна гостиницы на площадь. К полуночи по местному времени, значит, интенсивность резко падает. Я имею в виду, ну, людей становится очень мало на площади и машин. Я уже, да, по-моему, сказал, что такая гористая местность. На город расположен, подъем, спуск, прошелся пешком. Но мнение Кемерово у меня, говорю, резко изменилось в лучшую сторону. И о людях, и о самом городе. Несмотря на то, что заплатил штраф. Ну и правильно, Господи.
Нарушил, отвечай. Так, впереди река Аяш, походу. И с правой стороны, повторю, поселок Болта. Надеюсь, что видео оказалось полезным для тех, кто отправляется вот на восток России. То есть, если есть желание, можете без сомнения отправляться с запада на восток России. Ну, про города Канск-Ачинск, которые между Кемерово и Красноярском, вот... Но сейчас, может быть, не стоит об этом говорить, но по памяти от прошлых поездок, значит, экологическая обстановка в городах, особенно в Ачинске, очень тяжелая. Город проезжаешь минут за 15-20 максимум. Вот, но привкус вот этого металла, металлический такой привкус, сохраняется очень долго в салоне автомобиля. Очень плохая экологическая обстановка. Очень. Случайно в Москве встретился и общался с человеком, который жил в Ачинске. Вот говорит, что там на самом деле очень тяжело в смысле экологии. На мой взгляд, это один из самых неблагополучных городов России. Я неоднократно проехал Россию вдоль и поперек, но вот такая вот негативная память об экологии города Ачинск. Ну а Канск мне запомнился своей объездной дорогой. Вот. Было два варианта: ехать через город или объехать. Первоначально в первые поездки я пытался его объехать. Там такой кошмар. Вот. Ну а последующие поездки, значит, и двигался через город. Благо это... Это заключительная серия маршрута Москва-Кемерово. Видео полное, ускорено в 3 раза. Но в основном предназначено для тех, кто собирается в поездку с запада на восток России. Впереди поселок Егоровка. Там же трасса пересекает железнодорожную ветку. С правой стороны, кроме реки Чебула, река Зеленая. Населенные пункты Киевка, Чахлова и река Северная. Егоровка и примерно, не знаю, видно будет ее с трассы или нет, но примерно в километре от трассы. Чахлова, ну, вплотную приблигает, и Киевка. Поселок Киевка. Впереди камера. Ограничение 90. Очень приятно. И в который раз, наверное,
Хотел бы проинформировать вас, предупредить, что накажущуюся свободу движения дорога находится под пристальным контролем фото- и видеофиксации. Так что, если не хотите нахватать писем счастья, то придерживайтесь скоростного режима и движения по полосам. Контроль ведется практически непрерывный. Кому интересно будет послушать эфир 15 канала, ну, добро пожаловать на аккаунт Видеодорог 2. Там, после того, как будет, как завершу размещать видео Мурманск, Вологда, Москва, сразу же начну размещать полное видео о трассе Москва-Кемерово. В большинстве. В общем, кому интересно, там послушать разговор эфира, шум, ощутить реально обстановку в салоне автомобиля. Аудио будет оригинальное, ну, за редким исключением, где буду удалять собственный мат, потому что, ну, неудобно, и когда сам прослушиваешь, как-то не по себе становится. Вот. Ну, а остальной эфир, там, где матерюсь не я, а дальнобойщики, вы можете, будете, у вас будет возможность прослушать в полном объеме. С левой стороны идет железная дорога, река Павина. И маленькая деревенька, на мой взгляд, Киселевка. С правой стороны справа река Истана, Истанка. Довольно-таки причудливая у нее росла. Хотелось бы надеяться, что там зарыблена река. С левой стороны большой поселок, ну, может быть, поселок городского типа. Вижу название улиц. Улица Высоцкого, улица Титова. Называется поселок Болотная. Там же вижу улицы Комитетская, Московская, станция Болотная. У кого есть возможности, могут посмотреть в Гугле. Координаты сохраняются. Скачав видео, вы сможете посмотреть обстановку вдоль трассы, ну, реальную. В любом варианте, со спутника, или гибридная, или просто схема. Такая возможность будет. Как я говорил, с левой стороны был поселок. Поселок городского типа, наверное, Болотное. С левой стороны железнодорожная ветка идет. С правой стороны населенный пункт Тоскаево и река Ача. Ну, я думаю, ударение поставите сами. Еще дальше, с левой стороны Клиновка. Ну, судя по
Название Кленовка — это деревня, наверное, деревенька. Но я смотрю, там достаточно, если для деревни, то это достаточно большая площадь, и дома там наблюдаю, многоэтажные какие-то. Ну, в общем, довольно-таки развитая деревенька Кленовка. С правой стороны река Сосновка. Река Ача и Сосновка. Картинка из окна автомобиля. Ну, кажется, что пустынная такая, но я наблюдаю вдали серьезные рощи большой площади. Но место очень красивое, очень красивое. Но в реальном видео, без ускорения и с оригинальным аудио, общение на 15-м канале гораздо интенсивнее, чем вот я же комментирую, глядя на картинку, протыкиваю трассу, и аудио неполное. Примерно процентов 20. Ну, не больше 30% от реального аудио. И то оно не совпадает с реальной картинкой. Стараюсь максимально привязывать к участку, но не всегда это получается. Впереди переезд через железную дорогу. С левой стороны поселок Юрга-2. На небольшом отдалении с левой стороны поселок Юргинский, Кленовка. Там, кстати, тоже проходит железнодорожная ветка. Но это далеко. С левой стороны далеко, километров, ну, я думаю, 5, не меньше. Повторю, что с левой стороны станция Юрга-2, с правой стороны Елфимова, по всей вероятности, деревня, потому что очень мало домов, но такой населенный пункт есть. За Юргой-2, с левой стороны, поселок Сарса 3 или Сарсаз, не знаю. Река Юргинка с левой стороны. С левой стороны также Новогоднее и Зимник. Это с левой стороны. С левой стороны населенный пункт Старый Шалай, чуть дальше Большой Улус. Но они оба находятся примерно
ну, в полутора-двух километрах от трассы с левой стороны. С правой стороны поселок Логовой. С правой стороны также тянется железная дорога на удалении примерно, ну, километра, ну, 4, может быть, 5. Там же река Сосновка. Еще дальше в сторону, ну, примерно в километрах, может быть, в 10, Березовка, деревенька такая. И прямо возле железной дороги Правососновка, населенный пункт. Так. Далеко впереди, слева, Каип и река Прямая. Но я бы не сказал, что она такая прямая, такая, как моя жизнь, кривая. С левой стороны далеко Каип, справа Любаровка, слева Поперечная. Но судя по названию, думаю, что это населенные пункты. Периодически останавливаюсь, потому что уже возникли проблемы с навигацией. Вышел из строя в самый неподходящий момент. Эксплей. Ну, там вся проблема в этом, в разъеме. Нет питания, и он ушел этот. Не отвечает, короче. Поэтому перешел на планшет. Двигаюсь по навигационной системе Map.me. Замечательная вещь, кстати, рекомендую всем на дальних поездках. Но лучше, наверное, системы больше нет. Но опять печальная новость. Буквально вчера вышел из строя планшет, не стал видеть карту памяти. Не стал видеть сим-карту, отвез на ремонт. Ну вот так вот, короче. Далеко впереди, слева, река Искитим. Повторю, что поселок Поперечная. На карте наблюдаю Каип и Любаровка, но по площади Поперечная значительно превосходит эти населенные пункты. Состояние дорожного полотна сами наблюдаете. Хорошая и отличная, и разметка, и в опасных местах отбойники стоят. В данный момент трудно сказать, где нахожусь, в Кемеровской или еще в Новосибирской области, но впереди, если не доехал еще, будет Стелла с левой стороны по ходу движения. Кемеровская область. Чуть дальше будет поворот на Томск. Если смотрели видео Москва-Томск, то эти места, я думаю, можно узнать будет.
правой стороны недалеко, ну, может быть, в нескольких сотнях, ну, 700, может быть, 800 метров, идет кратковременно параллельно железная дорога. Далее пути расходятся, трасса уходит влево. С правой стороны река Сосновка, ну, очень такая маленькая, с небольшим озерком река, с левой стороны река Большая Камышинка. Трудно просмотреть ее русло. Но место очень такое живописное. Стоит только догадываться, какой красоты эти места. С дороги практически этого ничего не видно. Очень далеко слева река Гохоли. Далеко, ну не очень далеко, впереди железнодорожная станция Листвянка. Кстати, вот одноименных станций достаточно много. Например, Забайкалье. Я вот говорил, есть поселок городского типа. Название которого часто можно увидеть в других регионах России. В частности, Листвянка. Далеко впереди, но не очень далеко, станция Опарина, ну не станция, а деревня Опарина и деревня Чаще. Вот, железнодорожная станция с правой стороны Листвянка, такой же населенный пункт, но если здесь Листвянка, это типа деревни, такой небольшой населенный пункт, то в Забайкалье Листвянка – это поселок городского типа. Просто панорама возле, когда подъезжаешь к Листвянке, там перевал идет. В одну секунду открывается такая шикарная панорама на озеро Байкал. Просто потрясающая. Сейчас там уже сделали такую смотровую площадку. Раньше она была просто у дороги. Там очень много автомобилей останавливалось. Ну, практически все, кто двигался с запада на восток, все останавливались, фотографировали озеро, сами снимались на фоне этого озера. А сейчас уже сделали площадку, специально смотровую площадку. Просто зрелище потрясающее. Это нужно видеть словами, потому что это нужно видеть глазами, потому что словами передать это невозможно. Красоты просто невероятное место. Вообще Забайкалье красивое, как, впрочем, и все остальные регионы России, начиная от Мурманска, от ну, с северо-запада.
Вот начиная, например, с Карелии и заканчивая Уссурийском, дальше Якутска я не был, к сожалению. Вот, но места невероятной красоты. Удовольствие просто вот посмотреть на все на это стоит того, чтобы это расстояние проехать. Желаю всем совершить поездку. Совершить поездку от запада, ну неважно там из Сочи, Ростова или Волгограда до Магадана, или еще лучше от этих южных регионов до Магадана, а затем заехать в Хабаровск и Владивосток. Зрелище просто будет невероятное. А если еще снимете фильм, вот полный фильм об этой трассе, я вам буду аплодировать. С правой стороны поселок Рассвет. Ну, несколько сотен домов. Впереди справа Терехина, вот там несколько десятков домов. Далеко слева ручей Сосновый, с правой стороны река Сосновка, поселок Ключевой или деревня. Далеко впереди поселок Октябрьский. Дорога под контролем, как можете наблюдать. Кстати, видно будет по всей вероятности и машинки с радарами. Но меня об этом предупредил радар-детектор. Он стреляет в обе стороны. И по ходу движения и в обратную сторону. На скорости работают. Еще раз обращаюсь, уже который раз, будьте предельно внимательны. Знайте, что трасса находится под наблюдением, скоростной режим. Вот это всегда соблюдайте скоростной режим. Вроде бы кажется, едешь бог знает где, но вы под пристальным оком видео и фотофиксации. Далеко впереди у нас ну вот, об этом говорит радар-детектор, постоянно попискивает. Так что не обольщайте себя мыслью, что вы вне зоны контроля. Так, впереди с правой стороны поселок, наверное, городского типа. Может быть, неважно. Станция Топки. Ударение ставьте сами. С правой стороны река Боец. С левой стороны река Черная. И очень далеко с левой стороны станция Топки, наверное, или Топки. В общем, одноименное название. Интенсивность радиообмена не очень высокая. Ну вот с правой стороны населенный пункт Топки, я думаю, поселок городского типа. Опасность. Ограничение 60.
станция Топки, вижу улицы Максима Горького, Горная, улица Революции, Топкинская, улица Чехова, то есть населенный пункт поселок городского типа, достаточно высокий, большой имеется в виду. С правой стороны река Курляк, с левой стороны Малая Топкая. Дальше круговое движение. Ну вот так примерно. Периодические остановки. Останавливаюсь, чтобы связаться с хозяином, что ли. На связь не выходит. Телефон отключен. По договоренности должен передать автомобиль в конце недели. Но вот сегодня конец недели, последний день, седьмой день недели. Всегда такой волнительный момент, момент передачи автомобиля. Большую доставляет радость, когда видишь в глазах радость. Ну, это непередаваемое чувство. С одной стороны, облегчение, что маршрут закончился благополучно, без проблем особых. Но вот на этом маршруте были проблемы с тем, что спускало заднее правое колесо. Очень часто останавливался, проверял давление, подкачивал его. Очень важно для меня передать автомобиль в целости и сохранности, чтобы тот, кто будет на нем ездить, ну, на него не добавить ему проблем в связи с перегоном. Ну, а поскольку зачастую передаешь женщинам, девушкам, вот это накладывает особую ответственность. На видео не видно, но с левой и с правой стороны этот поселок. Впереди город. Ограничение 60. Город Топки. Топки. Небольшой. Так вот смотрю, примерно, ну, несколько сотен домов.
Ну и обычный ритуал. У меня вот такая особенность. Перед тем, как передать автомобиль, в обязательном порядке заезжаю на автомойку, чтобы передавать автомобили, ну, в чистом виде. Расстояние наложило грязь на разных, с разных регионов. Вот. Были случаи, когда летом особенно проезжал в Тюмень, Тюменскую область, вот, бампер был красный, кровавый. Вот от мошкары, от, ну, от летающих таких насекомых. Это, конечно, было не очень красиво, когда автомобиль весь в крови, вот такой особенный. Всегда заезжаешь на автомойку, помоешь автомобиль, ну, вот, и представляешь его вот в таком, ну, чистом виде, что ли. На автомойке тапки, значит, пока автомобиль мыли, рядом был магазин, автомагазин. Зашел в магазин. Кстати, вот сейчас можете наблюдать очень хорошее дорожное полотно, разметка горизонтальная и отбойники. Дорога очень-то мне понравилась, и спокойная, и, ну, отвечающие запросам. Так вот, зашел в магазин тапки, пока мыли автомобиль, и ну, у меня болезнь, слабость от на все эти автомобильные причиндалы. Стою, рассматриваю под витриной. Вот. Цены, кстати, вполне приемлемые на все, что там было. И слышу разговор одного из клиентов магазина. Стоит молодой парень в очках, в темных. Ну, во-первых, сама по себе погода пасмурная, очков не требует, но вот он стоял в очках. Стоял в очках и разговаривал с продавцом. По всей вероятности, они товарищи. Это вообще не было такое свободное. Я, говорит, парень в очках. Ну, он водитель, как я понял. Установил себе на автомобиле какие-то галогенные лампы из Китая, неважно какие, откуда бы. Вот, ну, в общем, сделал гирлянду такую на легковом автомобиле, что елка, наверное, отдыхает. Еду, говорит, он говорит, как врублю дальний свет, мне все мигают, выключи, ну вот, и так далее. А мне по барабану, я еду, мне светло и видно. Ну, я извинился, говорю, извините, можно, вот я слышал краем уха ваш разговор. А зачем вы это делаете, с какой целью? Ну, вот там свои фишки, свои приколы и так далее, и так далее. Я говорю, ну а представьте, что на встречном автомобиле будет ехать ваш близкий родственник, друг, товарищ. Вот, вы его ослепили, или еще хуже, если будет за рулем сидеть там девушка или ученик, который впервые оказался на трассе. И вот он, испугавшись такого яркого света, ну, может дернуться и выйти в лобовую. И что дальше? Вот интересно было посмотреть за его реакцией. Спесь моментально спала. Вот. Ну. Ну, скажем так, не то чтобы пристыдил парня, а
Ну, трудно объяснить. Видно было, как лицо немножко поменялось у него, выражение лица. Но он понял, что вот эта вот бравада на трассе с таким неадекватным поведением, в частности, приборами осветительными, они могут очень плохо закончиться. Кстати, с левой стороны не поселок Ясногорский, далеко впереди. Относительно далеко впереди город Кемерово. Цель маршрута. Ну, думаю, вы увидели автомойку автомобиля. Вообще интересный разговор произошел с мойщицей на автомойке. Ну, молодая девушка симпатичная такая. Как вам мыть? Ну, она спрашивает. Отвечаю. Ну, мыть красиво, чтобы чисто, чтобы автомобиль был чистеньким. Какой шампунь использовать? Импортную, отечественную. Я тогда с ней такую беседу провел. Говорю, вы знаете, это же не впервые я заезжаю на автомойки, и у меня всегда спрашивают, какой шампунь мыть, какой тряпкой протирать, отечественной, там, замшей или импортной. Я говорю, мне по барабану. Главное, чтобы автомобиль был чистенький. Вот, что будете применять, я не знаю. Зачем вы такие разговоры ведете, когда вы начинаете спрашивать, поднять цену мойки, что ли? Да ради бога, ну поднимите на 100, ну на 200 рублей. Кстати, на этой автомойке автомойка обошлась в 380 рублей. Это довольно-таки высокая стоимость. Ну, неважно. Для меня главное было помыть и передать автомобиль в чистом и аккуратном состоянии. Помыли автомобиль хорошо, мне понравилось. Протерли не только поверхность кузова, но и торцы дверей, коврики. Дороговато, но бог с ним. Для меня очень важное значение имеет, чтобы получатель автомобиля остался доволен. Конечно, делать полную химчистку салона я не буду, это слишком дорого. Вот. Но то, что мне по карману, автомойку это сделал. Покидаю поселок Ясногорский. Ну, во-первых, в чистом автомобиле и себя чувствуешь гораздо комфортнее, когда знаешь, что автомобиль снаружи чистенький. Поддерживать порядок в салоне я стараюсь постоянно на протяжении всего пути. Вот. Мусор собираю в пакет. На заправках мусор выбрасываю.
Ну вот, по сути, мы же в Кемерово. Движение по улице Севской. Севская улица, затем улица Пригородная. 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 Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. В который раз обращаюсь к тем, кто собирается в дальние поездки, не обольщайте себя мыслью, что проехав какой-то регион, вы будете вне наблюдения. В каждом городе, в каждом крупном населенном пункте, даже между такими вот как городами, как Омск и Новосибирск, за вами ведется плотное видео и фотонаблюдение. Чтобы не нахватать писем счастья, пожалуйста, придерживайтесь скоростного режима и правил дорожного движения. Въезжаем в район Заводский, Заводский район, ну это Кемерово. Вот, ну а далее немного по улицам города. Надеюсь, что видео совпадает с картинкой. Мы находимся уже в Кемерово, город Кемерово. Очень красивые улицы, дороги и разметка, ну и все остальное. Спокойное, неторопливое движение. Наверное, в сотый раз уже скажу, что Кемерово мне очень понравился. Потому что все свои предыдущие поездки я вот как-то пролетал, не обращая внимания. И было не очень положительное мнение о городе Кемерово. Но когда вот въехал в город, посмотрел, пообщался с людьми, ну, очень хороший, замечательный город Кемерово. И люди там очень хорошие. Ну, далее, думаю, без комментариев все будет понятно. Движение по городу. На этом я свой комментарий останавливаю. Тем, кто собирается в дальнюю поездку и видео оказалось полезным, буду очень рад. И желаю ни гвоздя, ни жезла и запаса тормозного пути. До новых встреч. Да. Так, малыш, давай.